На трассе М5 легковушка залетела под грузовик, водитель погиб на месте. Вот что осталось от ВАЗа после столкновения. Как сообщается, 36-летний мужчина пошел на обгон на запрещенном для этого участке и попал прямо под колеса больших грузов. В результате ДТП водитель, проживающий город Аша, 86-го года рождения, от полученных травм скачался на месте. Пассажир 86-го года рождения получил телесное повреждение, доставлен в городскую больницу города Аши. На участке, где произошла авария, было организовано реверсивное движение. На улице Дарвина «Шкода» вылетела на встречку и протаранила другой автомобиль. Серьезные травмы получила пассажирка иномарки. По словам матери, ей потребовалась операция. Сейчас женщина ищет очевидцев ДТП. Я знаю, что их машина вылетела на встречку, но мне нужно разобраться. Если это встречка, то, скорее всего, вина их. Но мне нужно понимание, что спровоцировало. Дорожные условия, подрезали их, либо молодой человек дочки не справился. Машину отбуксировали на штрафстоянку. А это последствия аварии на улице 40-летия Победы. Машины отбросило в разные стороны. По словам очевидцев, у Hyundai был сильно поврежден капот. Не поделили дорогу автомобилисты в Магнитогорске. На кадрах видно, что водитель хотел проскочить на перекрестке. Вот только на пути у него встала легковушка. Столкновения избежать не удалось. Повезло, что удар был не сильным.